Торжество, посвященное государственному празднику Дню России, состоялось в правительстве региона. В зале собрались те, кто заслужил особую благодарность за достижения в труде и активную общественную деятельность. Им вручили государственные награды, знаки отличия, почетные грамоты и памятные медали. Были и те, кто ушел с торжества, сжимая в руках российские паспорта. Их вручили семьям переселенцев, совсем недавно прибывшим в Саратовскую область на постоянное место жительства. Я очень благодарна России, что они нас приютили. Саратов очень понравился, красивый город, у него большие возможности, очень красивая природа, замечательные люди. Очень благодарны и надеюсь все-таки, что на Украине все события закончатся и мир между нашими странами все-таки восстановится. Потому что мы братья,